Вот сегодня для собак купили говяжьи легкие. Получилось где-то 4 килограмма. 130 рублей килограмм. Вот сейчас размораживаем. Легкое у меня слегка подмороженное, но так оно проще режется. Покупали мы их замороженные, но перед этим решил еще на всякий случай разморозить и опять заморозить во избежание там наличия всяких паразитов. Вот такая вот у меня сушилка, дегидратор. Сушить будем на программе овощи, я думаю, достаточно будет. Вот уже первый слой готов. Вот, нарезаем такие вот куски. Какие-то получаются более толстые, какие-то более тоненькие. Когда легкое подмороженное, его проще резать на такие вот кусочки. У меня тут уже две дежурные появились. Да сейчас получите, сейчас получите. Ставлю просто на ночь, а утром посмотрим, как все просушилось. Конечно, в процессе сушки нужно менять вот эти вот этажи у сушилки. Ну, пока мы будем спать, мы будем спать. Да сейчас ты получишь уже свое легкое. Сейчас получишь, сейчас. Ну вот, ставим и на ночь и идем спать. Вот такая вот красота у нас получается. Это в разы дешевле того, что продается в магазинах. Собаки без ума от таких закусок. Смотрите, какая сушилка некачественная. Смотрите, какой пластик некачественный. Это вообще. 6 лет прослужила, вот видите, как сломалась. Так что не покупайте Скарлетт. Сушит она хорошо, но нафига вот такой вот пластик делать некачественный. Ну что, давайте сейчас соберем дегустационный совет и посмотрим, что они у нас скажут. Девочки! Где девочки? Девочки! Так, одна. Вторая. Пробуем. Получите, распишитесь. Получите, распишитесь. Гера за добавкой пришла. Получите, распишитесь. Получите, распишитесь. Что, Вав? Еще хочешь? Кто хочет, Алиса? Ну, не буду мучить тебя и тебя. Получите, распишитесь. Получите, распишитесь. Что, у? Что хочет Алиса? Получите, распишитесь. Сейчас проверим, сколько в итоге получится. А вот видим, весы у нас по нулям. Ну вот, почти килограмм. Вот килограмм легкого. Ну, давайте сейчас посмотрим, сколько мы из килограмма легкого мы сможем получить высушенного продукта. Так, ну что, смотрим, что у нас получилось. Так, вот у нас все по нулям. С 1 килограмма получилось 220 граммов сухого продукта. Вот эта вот тарелка стоила нам 130 рублей. Так вот в бэушные пакетики можно складывать. Очень удобно хранится с застежкой.